Алёша, ша, возьми на полутона ниже. Вон за мной там машина моя сзади. Так, градочки посниму. Не знаю, получится ли. Вон она, моя машина стоит. Сейчас я буду доставать эту форму. Сам поставлю украдочки камеру. Так. Смотреть вообще это сколько минут, 3 минуты. Это мой вообще? Да, это мой. Это мой. Видите, какая огромная металлическая херня. А вот сюда вставляется еще побольше тела. Вот это, блин, машинка. А вон моя новая стоит. Она уже ждет меня, блин. Я так не хочу тут работать на виду у всех. Ну ничего, специально для джема. Единственное, что еще хотел. А я сейчас буду снимать и буду ехать. Никто не будет об этом знать. Единственное, что хотел объяснить по поводу бирж. В общем, начнем с такого. Существуют торговые сессии. Ну, то есть это понятно по часам, как японцы просыпаются, тихоокеанская торговая сессия. Просыпаются наши тут европейцы, да, это европейская торговая сессия, это англичане, в общем, по большей части. 5 часов по нашему времени открывается американская торговая сессия. Вот там начинаются всплески. Вот в английскую, это на еврике всплески, да, в американскую вообще по всем товарам, по всем акциям идут всплески. Thank you.
ставлю запись, блин, пусть люди ходят. Американская торговая сессия. В ней самые такие движения идут. А движение, в принципе, в любую сторону. Это потенциальный выигрыш или выигрыш. В принципе, игра. Далеко не игра.